Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня опять у нас серия быстро, просто для новичков на любой размер. Девчонки, пряжа у меня Ярнард Альпиная Альпака, шедевральная пряжа, мягусенькая, приятная, тепленькая, нежненькая. Мотки вот такие вот большие по 150 граммов, 120 метров, то есть в 100 граммах 80 метров, достаточно толстая. В составе у нас 30% шерсть альпаки, 10% шерсть и 60% акрил. Совершенно зимняя теплая пряжа. Вяжется быстро, потому что это 80 метров. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца турецкой пряжи. Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Instagram. У кого нет Instagram, под видео есть электронная почта, Viber, WhatsApp, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести, не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно только просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками, все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Вот такой вот я образец связала, косичка и чулочная гладь. Косичка у нас 8 петель в 7 сантиметрах, вернее, косичка у нас вообще-то будет не из 8 петель, это образец у меня из 8 петель, она будет в 2 раза шире, то есть 16 петель коса. Коса, это мы уже пометки делаем. 16 петель, 14 сантиметров, вот. Мы просто сейчас будем считать. Далее, чулочная гладь у нас 8 петель в 10 сантиметрах, и считать будем по моей окружности бедер 100 сантиметров, ну там может летом 99-98, но берем в расчет джинсы, которые будут зимой. Значит, 100 сантиметров средний. В любом случае оно тянется, ничего страшного не случится. Значит, начальная цифра, вы меряете, вяжете образец, меряете вот два своих как бы размера, ну, числа, вот здесь вот у вас будет спицы, я сказала, нет, 10 миллиметров толстый. Либо попадаете в мою плотность, пытаетесь попасть в мою плотность. В любом случае, ваша окружность бедер. Отнимаем косу 16 петель, это 14 сантиметров, минус 14 сантиметров, равно 86 сантиметров. Так, далее у нас по бокам от косы 4 петли изнаночной глади, это где-то у нас 4 сантиметра, минус 4 сантиметра, равно 82 сантиметра. Нам осталось 82, у нас уходит на чулочную гладь. Считаем нашим методом. 8 петель 10 сантиметров и x петель 82 сантиметра. Так, сейчас считаем в столбик. 82 умножить на 8, 16, 8 64, 65 и 6, 656, 8 умножить на 82 равно 656,
и разделить на 10, что у нас равняется 65,6 петель. Ну и округляем 66 петель. Что из этого получается? Что у нас коса 16 петель, далее здесь 2 изнаночная гладь, 2 изнаночная гладь, и по кругу у нас 66 петель. То есть всего у нас 86 петель. Вот 16, 17, 18, 19, 20 и плюс 66. 86 петель мы набираем. Если вы все поэтапно пройдете по этому расчету, мы подставим свои значения плотности вязания и окружности петель, то вы попадете в свое именно число вот этих вот, то, что вам нужно набрать. Я набираю 86 петель на одну спицу, на толстую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итак, я набрала 86 петель, и одна петля у нас всегда дополнительная. Всегда, не всегда, но в данном случае дополнительная. Для чего, сейчас рассказываю. Здесь я сделала последнюю дополнительную, то есть она у меня 87, у вас одна дополнительная. Сейчас ее не будет, у нас останется наше количество петель. Выравниваем этот наш набор и возвращаем эту петлю на левую спицу, и через нее протягиваем первую петлю. Все, больше ее у нас нет. Таким образом мы закрепили наше, как бы, наше кольцо. Теперь, что мы делаем? Мы вяжем первый ряд и распределяем просто петли. Для этого вот у меня 66 петель как бы лицевой глади, где-то чтобы вот эта часть была на боку, я не знаю сколько это, примерно на боку или сзади, ну желательно на бок распределить. Я вяжу 33 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, 33 петли я провязала. Теперь у нас коса, которая состоит из 16 петель и по 2 петли изнаночные по краям. В первом ряду я просто провязываю 16 петель, чтобы отделить эту косу. А со второго я начну вывязывать 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16 лицевых, 2 изнаночные и остальные 33. То есть сейчас у нас встретятся вот эти 66 петель и будут цельными, просто ниточка вот эта будет сзади, а не спереди. 1, 2, 3, 4. Тридцать один, тридцать два, тридцать три. И все. И теперь я вяжу по кругу, вяжу узор, и здесь лицевой гладью. Все без никаких изменений, добавлений, убавлений, до проймы вяжем ровно. Провязала я, девчонки, 32 ряда всего. Заняло это у меня около 2 часов всего лишь, девчонки. Наверное, будет это рекордный по самому маленькому количеству времени жилет за всю мою жизнь. 30 сантиметров. Это у меня еще не обработана гель снизу. И почему я решила делать пройму? Потому что это ровно половина моей пряжи. Всего у меня 450 граммов. И я, чтобы не ошибиться, я сейчас уже начну делать пройму.
возможно, у меня что-то останется, тогда я вам в конце видео скажу, и вы сможете, допустим, еще 5 рядов довязать, не знаю. Значит, что мне нужно? Мне нужно определить пройму. Вот. Пройма у меня будет состоять из 6 петель, это значит здесь 6 и здесь 6. Всего у меня, вспоминаем, 86 минус 12 равно 74, и разделить на 2, 37 петель. 37 петель здесь, 37 и здесь 37, но такого быть не может. Мы одну петлю убираем здесь, потому что у нас по косе четное количество петель по центру. Значит, одну петлю убираем здесь, добавляем здесь. На передней детали. Это передняя деталь, там где 8, там где на 2 петли больше. Почему именно передняя? Потому что там стягивает коса. Вот, значит, 36 петель у нас на спинке, 6 петель, 6 петель, 38 здесь. Давайте посчитаем. 38 петель у нас, 16 коса и по 2 изнаночные, значит, это 20 петель, 18, то есть здесь у нас 9, 16, 2, 2, здесь 9 и здесь 9 до проймы лицевой глади. Вот мы рассчитали. Значит, 9 петель лицевая гладь, 2 изнаночные, 16 коса, 2 изнаночные, 9 лицевых. Вот так мы и поступим. Что я сейчас делаю? Я сейчас нахожусь на спинке. И мне нужно отсчитать вот эти. Ну, сейчас еще нужно повязать, потому что я нахожусь на спинке. Я пока вяжу. Здесь на спинке у меня должно быть 36 петель. Но пока я их не считаю. Сейчас мы будем ориентироваться на косу. Вот видите, у меня здесь конец вязания, и я передвигаюсь как бы по спинке. Конец вязания, начало вязания, которое у нас на спинке. Здесь до косы нам нужно не довязать 15 лицевых петель. Почему 15? Потому что 9 и 6. Сейчас мы вот продвигаемся по спинке. Таким вот образом нам нужно прийти вот в эту вот точку, чтобы начать закрывать пройму. А до этой точки у нас должно быть коса. Перед косой 9 петель лицевых и 6 петель, которые мы должны закрыть. Считаем. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 6. Вот, пожалуйста, еще одна петля. Здесь у меня 15 лицевых петель. Из них мы сейчас 6 закрываем. 1, 2, 3, 4, 5. 6. И осталось 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 8. И вот 9. Вот это то, что нам было нужно. Теперь провязываем косу. Так, провязала косу, 2 изнаночные, теперь еще с этой стороны 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь 6 закрываю для следующей проймы. Вот она у нас одна, и это напротив. И таким образом мы разделяем переднюю деталь и спинку. 1, 2. 3, 4, 5, 6, есть. Все, теперь мы вяжем отдельно просто спинку, только спинку. При этом пару раз мы закроем здесь по одной петле, чтобы округлить немножечко вот эту вот пройму.
мы будем использовать наш незаметный способ. Так, для этого в конце ряда мы не довязываем 2 петли и переснимаем их на правую спицу. Поворачиваем работу. Здесь вот эти 2 петли у нас не провязаны, мы их провязываем вместе. Сейчас уже в начале ряда лицевой. И вяжем по узору. То же самое делаем в конце изнаночного ряда, чтобы здесь не было у нас резких ступенек. И так в каждом ряду. Так, в конце изнаночного ряда то же самое. Я вяжу до конца ряда, не довязываю 2 петли. И работу поворачиваю. Эти 2 петли перемещаю на правую спицу, поворачиваю работу. И теперь эти 2 петли провязываю лицевой в начале ряда. Так, далее повторяю и в лицевом, и в изнаночном ряду несколько раз. То есть в конце каждого ряда сейчас на данном этапе я не довязываю 2 петли, и в начале каждого ряда делаю 2 вместе. Так, вот последний раз. Всего, девчонки, я сделала 6 сокращение по одной петле, по 3 с каждой стороны. То есть здесь вот это вот третье, вот раз, два, и вот это третье, потому что одно относится к изнаночному ряду. И сейчас я буду вязать ровно, без убавлений. То есть вот оно, видите, скос проймы с обеих сторон. Вот по 3 петли, вот они видно, раз, два, три. Сейчас вяжу ровно, высоту. Вот, девчонки, провязала я спинку. Еще после сокращения вот этих вот еще 20 рядов. И сейчас это все я оставляю. И вяжу переднюю деталь. Точно так же, как спинку. Вот. При этом сокращаем, да, 3 раза делаем для проймы 3 сокращения. Вот здесь вот я сразу провяжу 2 вместе и таким, и так далее. То есть в конце каждого ряда помним, что не довязываем 2 петли и провязываем 2 петли вместе. Так, для этого у нас сейчас, у нас вообще по плану сейчас четный, вернее, ряд, это значит, что изнаночный. Так как у нас уже поворотные ряды, то мы начинаем с изнаночного ряда. И вяжем вверх, точно так же, как спинку. Сейчас я буду не довязывать здесь 2 петли, потом 2 вместе в начале. Все точно так же, как спинка, за исключением того, что здесь мы вывязываем узор. Я провязала, вот смотрите, если смотреть на пройму, сократила все как положено, какие на спинке, и провязала еще 10 рядов. Ровно половину, ну, вот этой части после сокращений. Вот, сейчас мы сделаем вырез для горловины. Для этого он у нас обязательный, потому что, чтобы горловинка хорошо сидела. Так, сейчас. Мы оставляем. Так, здесь по узору 2 петли я провяжу. И еще одна дополнительная. Так, 3. Средние 10 петель я закрываю. Пять,
9 и 10. Так, и здесь осталось 3. 2, вот она, одна кромочная, и эти две я провязываю по узору. Это последний раз, далее они будут сокращаться. И довязываю до конца ряда. Теперь я буду вязать только правую полочку, доверху довяжу. При этом буду еще здесь делать сокращение. Сокращение буду делать, как и на пройме, по одной петле. Для этого не довязываю в изнаночном ряду 2 петли до конца. Вот они 2. Поворачиваю и провязываю их в начале лицевой. То есть все сокращения у нас будут на в лицевом ряду, в изнаночном мы не довязываем. И последний раз, всего 4 сокращения. Так, и здесь вот смотрите, теперь нам нужно еще ряд провязываем. Сейчас уже сразу же мы и присоединим к плечику эту полочку. Еще один ряд я провяжу, чтобы нить увести к горловине. Так, и пересниму на эту спицу, для чего сейчас покажу вам. Так, теперь я беру крючок, возьмите толстенький какой-то, не так, как я, в погодных условиях. И с каждой спицы я беру по одной петле и закрываю. То есть сшиваю плечик одновременно, спинку с передней деталью. Здесь у нас образовалась одна петелька, которую мы одеваем на эту вспомогательную спицу, на которой у нас петли спинки. Вот. И все, оставляем далее. Теперь мы берем вторую вот эту половинку. Так, так, так. Тут нам нужно обрезать. И здесь мы из вот этой вот петли достаем. Так, здесь тоже вяжем со стороны горловины, делаем сейчас просто изнаночный ряд, я провязываю по узору. А со следующего ряда начинаем делать сокращение. Здесь одну провязываем, 2 оставляем. И здесь вот, кстати, в изнаночном ряду я в прошлый раз вам показала лицевую, но удобнее здесь вязать изнаночную вот таким вот образом. Красивее получается. А объяснить вам второй раз забыла.
две петли не довязываем, а здесь сюда нить и провязываем изнаночной. Это если мы в изнаночном ряду делаем эту провязку. Здесь вот этот ряд последний. И сшиваем плечико следующее. Вот оно. Так. Вот второе плечико. Точно так же совмещаем. И вяжем. То есть соединяем, вяжем плечевой шов. Так, и вот эта петля дополнительная вешаем. Так, теперь я откладываю спицы 10 миллиметров. В работе у меня остается 5,5. Сейчас у меня по спинке, смотрим, что у нас сейчас, как это выглядит. По одной петле мы добавили, и со спинки у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18 всего петель. Теперь мне нужно добрать из кромочных здесь. Из каждой кромочной 2 петли. Вот таким вот образом я набираю. 1, 2. Здесь у нас, где закрыты петли, мы из каждой набираем по 1. Из кромочных снова по 2. Здесь у нас, вот смотрите, вот этот узел дополнительный, мы его ниточку эту фиксируем. Еще у нас здесь я оставила клубок, который был. Так, значит, его мы тоже обрезаем и считаем петли, девчонки. Подозреваю, что длину еще можно было довязать много-много. Ну да ладно, хоть вы будете знать. Значит, я считаю общее количество петель. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Ага. 23 и 46, 47 петель, 23 и 1. И вот отсюда я еще доберу одну петлю, чтобы
чтобы вязать резинкой 1 на 1, нам нужно нечетное количество, вернее, четное количество петель. Первый ряд я провязываю изнаночной петлей. Сделаем такую импровизированную кетлевку. Так, сейчас я поменяю спицы на толще. Это у меня было 5,5 миллиметров для резинки. Ну, чтобы набрать эти. Я взяла тонкие, чтобы добрать петли. И вот этот один ряд потуже изнаночным связать. И возьму, наверное, семерочку я для резинки. Десятка это слишком для горловины. А вот семерочка в самый раз. Смотрите, что у меня получается. У меня получается здесь большая дырка. Это значит, что я отсюда вывяжу еще две петли. Там я добавила одну, а здесь добавлю две. Потому что... Почему? Скажите мне. Потому что мне нужно четное количество петель. Таким вот образом корректируем. Вот видите, я добавила две петли, и у меня все закрылось здесь. Сейчас я кружу по кругу довяжу, поменяю спицы и буду вязать в круговую на нужную мне высоту горловинку. Так, все, вот колечко я закончила изнаночными петлями. Теперь перехожу на резинку 1 на 1. Меняю спицы. Так, чтобы я взяла вот эти, мне нравятся. И это у нас, нет, 6,5, 7 миллиметров. Все, я беру 7 миллиметров спицы для резинки. Меняю спицы. Ссылка на обзор под видео в описании. Все всегда спрашивают. Там же под этим обзором, посмотрите обзор, есть ссылка на сами спицы. Они с AliExpress, ничего особенного, но достаточно удобно. Вот так вот, если играться разными плотностями, то довольно-таки удобно. Все. И вот эта леска коротенькая для горловины, шикарно, мне очень нравится. Ну все. Хватит рекламы. Вяжу горловину вверх. Вот так выглядит наш воротничок. Очень объемный такой. Но это еще не все, девчонки. Сейчас я перейду снова на спицы 10 миллиметров. Для чего? Для того, чтобы этот воротник красивее у нас лег. Ну, то есть внутренняя часть, вот, которую я сейчас связала. Значит, сколько я сказала? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 рядов, это 10 сантиметров. Сейчас я просто поменяю спицы. И буду вязать снова десяточками. Что я вам должна еще сказать, что пряжи, по сути, как раз впритык. Вот у меня осталось, еще ж горловина не довязана. Так что я правильно, в принципе, правильно и вычислила. Если у вас размер больше, либо вы хотите длиннее, то нужно покупать больше пряжи. Нет, 3 мотка, 4. Так, все, десяточки. Дальше вяжу десяточками. Так, все-таки, девчонки, удостоверилась я, что я не ошиблась с расчетом все-таки длины, потому что сейчас вот у меня остался такой вот клубочек, я хочу такую повыше горловину и буду вязать максимально вот сколько мне позволит наличие моей пряжи. Значит, для этого что я хочу сейчас сделать? Я сделаю обвязку, и все оставшиеся, всю оставшуюся пряжу я пущу в воротник. Вот что у меня здесь. Мне нужно спрятать эту нить.
Так, теперь я беру вот эту вот нить и крючок. Крючок опять, девчонки, у меня маленький. Вы берете нормальный, миллиметров 5, а то и 6. И вот так вот по краю проходимся цепочкой по низу. Обычной цепочкой, чтобы уплотнить край. Вот видите, получается вот такой вот кантик из цепочки. Не стягиваем. Вот, по кругу обвязываем. А, ну, вообще-то, не стягиваем, это я сказала себе, потому что у меня крючок маленький. Если у вас будет нормальный крючок, у вас все будет и без этого хорошо. Вот. Всю по кругу я обвязываю. Так, провязала я по кругу. Теперь... замыкаю вот эту цепочку. Так. Надо. Вот он мой край обвязанный. Еще ВТО, и оно выровняется. Здесь тоже сделаю узелок и продену. Так обрежу. И еще рукава. Ладно, вот это вот уже понятно, да, что здесь мы просто продеваем и обрезаем. Теперь по пройме то же самое. Здесь мы идем по кромочным. Здесь немножечко стягиваем, чтобы пройма была стянута. Не прям уж сильно, но чтобы придать форму. Так, вот, точно так же я продену это все. Сейчас я вам покажу, насколько я стянула пройму сейчас. Ниточку я продену. Вот таким вот образом, смотрите, вот, чтобы у нас и скос плеча образовался, как бы, и чтобы пройма не была вот такая вот расхлябанная. Сейчас я приложу ее к этой необвязанной, и вот ориентировочно, смотрите, насколько, где-то на 3 здесь и на 3 здесь сантиметра. Вот. Сейчас обвяжу вторую пройму, и все остальные нитки вывяжу в горловину. И скажу вам потом, сколько у меня высота горловины получилась. Провязала я 25 сантиметров и решила, что хватит. Осталось грамм 30 ниточек. Ну, пусть так и будет. Значит, как мы закрываем? Значит, первым делом
Опять же снимаем две петли первые. Далее возвращаемся в эту сверху вниз в лицевую, переснимаем следующую снизу вверх. Петли не затягиваем плотно, потому что это горловина. Нам нужно, чтобы здесь все работало, все было такое живенькое, эластичное и воздушное. Вот. Вот так вот мы проходим по кругу, как обычно все. Ну и в конце ряда, сейчас мы с вами последняя петелька. Теперь вот последняя лицевая, и вот она здесь, смотрите, мы ее поднимаем, еще эту изнаночную, и сюда крепим. Все, мы закончили наш круг, смотрите. Вот, теперь осталось эту нить, нет, на эту сторону, на изнаночную сторону вывести. Так, все, девчоночки. Так, вот такая вот горловинка. Сейчас я постираю его. И посмотрим, что у нас получится.